наших детях есть капля таланта. Мамы, мамы, а что такое талант? Ой, это трудно объяснить. И найти его очень сложно. А давайте все вместе отправимся в творческое путешествие на поиски этого загадочного таланта. А поможет нам в этом коллектив современного танца Street Style. Но теперь иное время.
фанки дэнс. Они-то уж точно знают. Для того, чтобы танцевать латиноамериканские танцы, не только талант нужен, но и умение, и грация. Своей творческие половинки. У них уже есть достаточно.
достаточно таланта, чтобы подарить вам чудесные моменты своего танца. На сцене солисты коллектива «Стритстайл» Александр Гайдук и Анастасия Дерцин. Газетный роман. Ну да, и такое у нас бывает.
Ева Стритстайл много путешествовала и принимала участие в танцевальных фестивалях и шоу-программах. Видела много батлов и шоу-номеров команд из других городов. И они-то уж точно знают, что если есть крю, то есть команда, то нам по плечу любые батлы. Встречайте наше крю! I'm laid back on the ice.
это знают и хотят порадовать вас еще одной латиноамериканской композицией. Встречайте, на сцене старшая группа. Если Боже, если Боже, если Боже.
Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были? Нет, пока еще ни одного не было. Будет. Речной вокзал. Платформа справа.
Что ж, очень жаль, нам не по пути, прощай.
Thank you.
«Птица без крыльев». Вот и следующий наш танец мы так и назвали «Ты не со мной». Посвящается этот номер всем нашим парням, которые танцевали когда-то в нашем коллективе «Латиноамериканские танцы». Может быть, кто-то из зрителей их и знает. Виталий Капусенко, Иван Бойко, Никита Федер, Владислав Ильченко где-то в зале. Встречайте, девчонки, «Ты не со мной». Всем вам больших успехов и, соответственно, приятного просмотра в сегодняшнем вечере. Спасибо, что позвали. Очень приятно смотреть. Знаете, не совсем привычно наблюдать этого из зала. Ноги так и чешутся, хочется танцевать. Все-таки, как бы, хочу поблагодарить тебя, Анастасия Юрьевна, за то, что какую базу вы нам дали. Всем тем, кто помогал и курировал этот коллектив, потому что коллектив за последнее время добился очень многого. Этот коллектив стал ездить на соревнованиях, показывать результаты, очень большие результаты. Я думаю, это заслуживает аплодисментов, очень больших. Этот человек заслуживает тоже очень больших аплодисментов, потому что это не идет целиком полностью за ее проекта. Большое спасибо твоему папе, потому что он меня курировал в свое время, и мои мечты благодаря этому осуществились. Потому что в этом коллективе я получил такую базу творческую, которая помогла мне. Я хочу попросить коллектив и всех ребят, кто занимается спустя время, не бросать это творчество и пытаться продвигать его дальше. Потому что оно очень сильно помогает становиться как личности и воплощать свои мечты. Танцуя, либо занимаясь каким-то артистизмом, все равно. Большое спасибо. Ну,
что сказать. Очень много лет провели мы тут, в этом коллективе. Очень много ты нам дала, подарила. Эмоции, море. Многому научила. И большое спасибо хочу тебе сказать. Очень скучаю просто по этим танцам, по времени, которое провела здесь. Большое спасибо просто. Так, Надюшка, это у меня самая-самая-самая бальница из всех бальниц. Девчонка-зажигалочка. Спасибо вам, мои хорошие. Приходите на мои концерты. Приходите и не забывайте. Проходите, пожалуйста, в зрительный зал. Вот только единственное то, что такая шутка, мы-то уже, ты нас уже много кого выпустила, меня, Надю, Кристину Воробьеву, вы когда Гайдука на пенсию отпустите, скажите, пожалуйста. Гайдука никогда не отпустим, он сам не уходит. Ну все, мы продолжаем. И сейчас еще одна небольшая приятная минутка. В каждом коллективе, я думаю, есть такой, как я его называю, костяк. Родительский костяк, который обязательно всегда придет не только мне на помощь, но и всегда поддержит своих детей. И сейчас я хочу вручить благодарственные письма родителям. Самым близким, наверное, конечно, все родители мне близки по духу, все понимают, любят танцы, поэтому привели, наверное, детей в мой коллектив. Но я хочу выделить некоторых из них. Благодарность родителям Никиты Абалмасова, ученика коллектива современного танца. Спасибо вам за поддержку и понимание. Цените то, что делают ваши дети. Продолжайте творить вместе с нами. Мы вас очень любим. Есть? Мама Никита Волмасова, скорее сюда ко мне. Благодарность родителям Ксении Ленин, ученице коллектива современного танца. Thank you.
we are B-Boy Speakers for life. Ну и еще минутка для поздравлений, уважаемые наши зрители. Слово предоставляется самому лучшему директору, которого я только знаю в нашем мире. Дети, громкие аплодисменты! Директор Дома культуры «Строитель», Дома культуры «Химик» Наталья Александровна Мусухранова, наша вторая мама. Ну, готовила речь, но пока сидела, смотрела ваших деток, все забыла, что хотела говорить. Ну, что скажу, то скажу. Был фестиваль «Приз Деда Мороза», и у нас был председателем по хореографии парень, который преподает в Алтайской государственной академии, и ведущий солист балета «Мускомедии». И когда он разговаривал с вашим педагогом, он сказал: вот такие стили, как вы танцуете сейчас, в каком стиле, они сейчас являются самыми популярными. Никогда не отходите от этого стиля. Не пытайтесь подражать народному танцу, не пытайтесь подражать, бальный танец у нее есть, там, современному джазу. Танцуйте свой стиль. Поэтому, знаете, я посмотрела сейчас, ваши дети стали украшением любого праздника. Сейчас идут губернаторские елки, и ваши дети принимают там участие, хореография. Это очень красивые танцы, это зажигательно, это красиво, это здорово. Педагог считается состоявшимся, когда в него поверили дети. Но когда поверили родители, то, что сегодня я вижу, это дорогого стоит. Я вижу сегодня, я могла бы даже не приглашать своего контролера, потому что ваши родители стоят и все контролируют, дисциплина, порядок. У меня одна только сейчас проблема и задача, как сохранить ваш коллектив до прихода Анастасии Юрьевны назад к нам в Дом культуры. Мне бы очень хотелось, чтобы ваши дети остались здесь, потому что такой огромный коллектив, столько детей, жалко потерять, жалко. И мы будем об этом думать. Вы хотите сохранить свой коллектив? Мы попросим Анастасию Юрьевну вернуться к нам. Но для этого должно быть терпение, ваше терпение, родители. У нас есть педагоги, которые не так работают энергично, как Анастасия Юрьевна. Такого педагога, который может держать столько детей, я не знаю. Вот единственная вот эта девочка, которая научила на ваших мальчиков, взрослых, брейк-дансу, силовым упражнениям, это очень дорогого стоит. И Фридрих Ницше сказал: мы должны считать потерянным каждый день, в который мы не танцевали хотя бы раз. Это касается ваших детей. Они уже сейчас спрашивают: а будем мы ходить, а будем мы танцевать? Решайте, родители. Дорогая Анастасия Юрьевна, я вас очень люблю. Вы умница. Вы пришли сюда молоденькой девочкой. Сейчас у вас такой коллектив, шикарный коллектив. И поэтому я хочу вас наградить грамотой за проявленное внимание к детям и организацию коллектива, за добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры нашего города. Дорогая. Сегодня у меня выпускается вся моя старшая группа, все мои 15 человек. Может быть, когда я выйду из декрета, кто-то из них, конечно, и вернется, такие как Анастасия Дерсин, которой только 14 лет. Но многие из ребят, я думаю, к тому времени либо уйдут куда-то учиться в другое место, либо уедут уже в другие города. Поэтому сегодня я считаю нужным наградить всю мою старшую группу в количестве 15 человек благодарственными такими дипломами. Давайте громко-громко им похлопаем. Они сегодня были большие молодцы. Спасибо.
уметь работать. Немногие дети выдерживают этот колоссальный труд. Каждый день присутствовать на репетициях, где-то даже пропускать школу, пропускать занятия. Вот из новеньких остались самые стойкие мои две девчонки. Громкие им аплодисменты. Я надеюсь, что они еще ко мне вернутся. Диплом выпускнику коллектива современного танца. В который раз я вручаю ему этот диплом? Но он меня поймет. Не правда ли Александр сегодня похож на Панчеса? Да. Ну, Александр меня поймет. Панчес — это первый наш был учитель. Мы ездили на мастер-классы, первый учитель. Он одевается именно в таком стиле. Танцует поппинг-клоппинг. Сашка ему подражает. Аплодисменты. Диплом выпускнику коллектива современного танца стрит-стайл Олейникова Юлечки. Это моя красоточка. Вот она. Держи, моя зайка. Самая спокойная в коллективе стрит-стайл, да? Диплом выпускнику коллектива современного танца стрит-стайл Залесская Яне. Яна, скажи в микрофон, сколько лет ты ко мне ходишь? 10-й год. 10-й год, этот ребенок с тобой. Она пришла вот такой вместе с Надей Шмидель, да, до сих пор танцует. Молодец, аплодисменты, Яночки. Диплом выпускнику коллектива современного танца стрит-стайл Шипиловой Татьяне. Мисс Осень этого года. Не реви. Так. Диплом выпускнику коллектива современного танца стрит-стайл Вайтерову Илье. Про Илюху могу сказать так. Был у нас с Илюхой такой момент, когда Илья покинул наш коллектив. Может быть, по каким-то своим причинам. Но он мобилизовался, и буквально за эти полгода он у нас в основном составе танцует все танцы. Илюша, школу мы потянем, да? Все вместе потянем, проблемы в школе есть. Мужик, молодец, поздравляю. Мальчишки у меня просто золотые. Диплом выпускнику коллектива современного танца стрит-стайл Дерсин Анастасии. Самая младшая моя. Вот она, красотка. Держи, Настя, на тебе диплом. Я надеюсь, что ты с Гайдуком еще останемся. Вам идти некуда. Диплом выпускнику коллектива современного танца стрит-стайл Ильченко Сергею. А, мощь. Мощь. Серега, успехов тебе. Ты, я знаю, еще посещаешь качалку, да, или как это у вас на качалку качается. Поэтому у меня такие вот красивые мужчины. Молодцы. Аплодисменты. Диплом выпускнику коллектива современного танца стрит-стайл Тамбовцева Софьи. Сонечка, сколько лет ты ко мне ходишь? 9. Тоже 9 лет этот ребенок рядом со мной. Я просто счастлива, что такие дети, таких детей воспитывают такие замечательные родители. Спасибо тебе, моя хорошая. Диплом выпускнику коллектива современного танца стрит-стайл Щебелину Роману, он же MC Кит. Ромка замечательно у нас читает трек, и в этом деле он уже тоже преуспевает, поэтому в запросе танца будет читать трек. Он нашел чем заниматься, да. Диплом выпускнику коллектива современного танца стрит-стайл Шибулину Никите. Никиточка, выходи, мой хороший. Я точно могу сказать, что, может быть, спустя пару лет, когда Никите исполнится 18 лет, он точно сможет стать педагогом по брейк-дансу у моих малышей. Никита, так что готовимся, готовимся, готовимся. Будешь помощником. Диплом выпускнику коллектива современного танца стрит-стайл Вычужанину Андрею. Ну, Андрей тоже у меня очень-очень давно ходит, пришел вот таким. Ему футболка была ниже колен. Сейчас уже подтянулся, футболочка нормально стала. Молодец, Андрюха, самый, наверное, по актерскому мастерству у него пока самые лучшие успехи. Может играть лицом. Метро — это просто у него шикарно выходит. Спасибо, Андрюха. Диплом выпускнику коллектива современного танца стрит-стайла Рудовой Арише. Хип-хоп! Моя хип-хоп, девчонка! Аришка у нее в этом году вместе с Викой Сиповой, с Юлей и с Катей Несеренко, которая, к сожалению, уже не ходит в наш коллектив, первый раз принимали участие в баттлах по хип-хопу. Это было круто, да, Рика? Вот это эмоции, когда не танец на сцене, а выходишь один на один. Продолжай в том же духе, не бросай. И диплом выпускнику коллектива современного танца стрит-стайл Сиговой Виктории. Пушиночка моя. Держи, моя хорошая, вот такой диплом. Да. Я тоже надеюсь, что Викуля еще обязательно придет. Мы еще потанцуем. Да. Все, за кулисы. Так, тут родители еще спешат на помощь. Мария Юрьевна, мы хотим сказать вам огромное спасибо за наших дет. Мы благодарим.
за тяжелый труд, за терпение, потому что наши дети такие активные. И хотим, чтобы в сентябре мы поехали на 11-й коннект вместе с вами. Можно еще на 10-й съездить? Я не против, а я вас подготовлю. Спасибо большое. Сейчас слезы покатились ручьем, не знаю, что смогу сказать. Анастасия Ильна, во-первых, в первую очередь хочу поблагодарить руководство этого замечательного Дома культуры, под чьими стенами наши дети так замечательно танцуют, занимаются. И, как моя дочь сегодня сказала, вот школа, говорит, всегда у всех была вторым домом, а для нас Дом культуры строения. Огромное спасибо руководству Дома культуры строения. Вы наша вторая мама. У нас было все. Были слезы, были нервы, были психи, были падения, были взлеты. Огромная вам благодарность за мою дочь и за весь коллектив. Мы сегодня с дочерью сюда пошли. Все, мы рыдаем сегодня целый день, особенно когда в ВКонтакте увидели ваше сообщение про всех наших деток. Я надеюсь, и моя дочь сейчас, наверное, скажет два слова, что она никогда не грузит танцы. Это 100%. Мы едем поступать в Томск, поэтому там такая школа. И вот то, что здесь мой ребенок получил за все эти годы, это не просто потрясающе. Вы наша вторая мама. И если бы не вы, если бы не эти гастроли, куда наши детки ездили, они так выросли. Я помню танец в детское время, когда моя дочь сидела на плечах, по-моему, у Миши, да? У Миши. И теперь, как детки танцуют, они такие маленькие. Я думаю, господи, неужели моя дочь была такой маленькой? Когда она первый раз одела платье лебедя Надежды, я говорю, что она сможет так танцевать Латину, как танцует Надежда, как танцевала Надежда, как танцевала Вика, как они сегодня танцевали сам. Я горжусь всем коллективом, я горжусь вами, дед. Спасибо вам огромное. Я всегда чувствую поддержку. Спасибо! Ну, я думаю, надо пригласить сюда наш коллектив. Детки, папки, спите, пожалуйста, сюда. Ну, вперед, вперед. Ну, что стоит? Выходи! Анастасия, сегодня был и радостный, пусть и немножко праздник. Радостный, потому что все номера были яркими, интересными, а грустные, потому что впереди нас ждет вставать. Вы с нами полтора года, и за это время детки, конечно, подросли. Они стали умницами, они так танцуют, мне кажется, они понимают и знают, для чего они это делают. Наш коллектив небольшой, но дружно сплоченный, и звезды, которые зажгли вы, вам за это огромное спасибо, потому что вы для них не только учитель, вы прежде всего для них друг. Вы всегда такая яркая, энергичная, и своей энергией вы делитесь и с детьми, и с нами, родителями. Хотелось бы сказать деткам, что мы очень ими гордимся. Мы знаем, как им бывает трудно. Они учатся работать, учатся выкладываться на все 100, чтобы на сцене зажигать. Наверное, отсюда наши победы 2 года подряд, 2-е место в конкурсе приза Деда Мороза. И мы надеемся, что у нас впечатлений будет очень много еще. Мы с вами расстаемся на какое-то время и желаем, чтобы в это время у вас произошло много трогательных, нежных событий. А чтобы к нам вы вернулись с новыми идеями, с новыми желаниями творить, радовать нас. Поэтому мы преподносим вам скромные подарки. Дай вас надеюсь, пожалуйста, наконец. Ребенка дома видим очень редко, в основном, когда он уже приходит спать. Вы и мой психолог, и воспитатель, и руководитель. Ну что, здоровья тебе, малышу, всего хорошего. И поскорее возвращайся к вам. Спасибо. Спасибо, аплодисменты.
не выйти на эту сцену и не сказать слова. Очень приятно, как родителю, ваши дети танцуют, моя дочь с ними занимается. Если бы была жива наша мама, хореограф, она была бы очень довольна. И еще, да, вот, я хотел сказать, молодец. И, ребята, я хочу сказать старшим мальчикам, большое спасибо за то, что вы выросли настоящими мужиками. Вы поддерживаете коллектив. Вы участвуете во всех программах, которые я готовлю как режиссер. Вот уже говорили о губернаторской елке. Эти ребята действительно настоящие артисты. Они ответственны. И я думаю, что все, кто был в коллективе, вот еще одна из задач, я считаю, огромных этого коллектива. Очень много детей, ну, проблемных и так далее было в коллективе. И вот то, что их оторвали от улицы, ввели вот сюда, в этот дом культуры, где они нашли свое призвание, это еще большое достижение коллектива «Тристан». Спасибо, Тоня. Будь здоров. Юрий Алексеевич, спасибо за поддержку и написание самых лучших сценариев. Ну, а я, в свою очередь, хочу сказать только пару слов. Мне волноваться нельзя, я абсолютно сегодня спокойна. Вот, дед, я хочу вам, знаете, сказать спасибо за